Рада приветствовать вас на нашем семейном канале. Я Венера, оператор в семье, муж Азамат, глава семьи, и Лапочка, дочка Аделина. Наше видео об освоении целины с минимальными вложениями, дегустации рецептов с моего кулинарного канала, а также прогулки, развлечения, покупки. Если вам интересно, поддержите нас, нам это очень важно. Подпишитесь на канал, напишите комментарий, любой, замечание, пожелание, критика или просто смайлик. Заранее всем огромное спасибо! Здравствуйте! Всем привет! Здравствуйте, наши дорогие любители сада и огорода! Сегодня наше видео о кабачках. Я покажу. Вот у нас два вида наших кабачков. Мы купили два сорта Тристан F1. Сажают их в мае, в июне. Можно сразу в грунт. Следующий. Кабачок Сангрум F1. Семена из Голландии. Семена обработаны тирамом, не требуют замачивания. Но их здесь количество семян 5 штук. Прогуливались по магазину. Светофор. Как у нас светофор, да? Мы увидели вот такой вот набор семян. Это семена, которые мы купили за 16 рублей. Здесь их большое количество. Упакованы они вот таким вот образом. Каждый в индивидуальной упаковочке. Вес по 1 грамму. Сколько здесь семян, мы пока не знаем. Суть в том, что мы покупали их, во-первых, то, что они недорогие, а в-третьих, то, что мы будем экспериментировать. Дорогие семена, которые мы покупали в специализированном магазине, и те семена, которые дешевые. Но у нас уже есть опыт. Мы сажали огурец изящный, стоимость которых 20 рублей, тоже вкусные и недорогие. То есть они, эти семена мы замочили, и сходу у них получилось прорастание 100%. Да. Мы открыли упаковочку, вот так вот индивидуально каждый из них расфасован. Кабачок цукини цукеша. Вот такие семена. Сейчас я высыплю. Их всего 8 семян, они достаточно крупные. Вот, мы пойдем по тому же принципу, то есть мы будем сверху чуть-чуть надщипывать для того, чтобы она, вот эта вот оболочка немножко раскрылась. И сейчас я вам покажу. Будем замачивать дальше. То есть, Венерочка. Ого. Вот, в общем, как получилось. Слушай, а можешь попробовать так, как говорится? А давай. Это? Оно так гораздо удобнее. Все. Смотрите, как красиво семечко вот раскрылось. Буквально открылась семечко. И хрустнула. Да. И хрустнула. Нет, это ты вот открыл, тоже не повредил его. Я не повредила, но суть в том, что зубами все равно проще, как семечки разгрызать. Ну, хотя это выглядит, конечно, не так. Не эстетично. Эстетично, да. Но зато такой вот погрызем семечки. Можно я тоже? Вот он, прям четко открывается. Прям сразу будем вот так вот укладывать. В общем, мы как мушки грызем семечки. Вот и все. А вот это открытое уже. Семечко бракованное. Уже приоткрыто. Даже такой вот хруст. Прикольный, да? Происходит. Вот. Так, давайте мы будем их подписывать. Как называется сорт у нас? А, у нас сорт называется цукеш. Мы взяли вот такой вот контейнер, постелили салфетки и немножко намочили. Все правильно. То есть, смочив водой, потом положили семечки. Вот так вот в ряд один сорт, потом здесь другой сорт, потом третий и четвертый. Уже тут поместится прям 4 сорта, представляете? А теперь они не смешаются. Вот сейчас у Аделины такое желание рассаду сажать. Интересно, что будет дальше. Будет ли у нее интерес к огороду? Вот вам название сорта. Я прилеплю. Так, вот сюда вот лепи, дальше. Вот сюда вот. Вот. Все, то есть у нас вот, вот так вот отделили двумя зубочистками и подписали, какой сорт у нас здесь находится. Следующий сорт у нас кабачок грибовские 37. Ну пусть будет, как Аделина говорит, грибовские 37. Сейчас мы вскроем, посмотрим, какие там семена. Расфасовано 10-го 2019 года. Но мы так и покупали их. Как думаете, не хочу гадать. Сколько будет семян? Как думаете? 8.
Сейчас посмотрим. Хитрый папа. 8. Давай 5. У нас 8 семян. И один такой маленький-маленький. Смотрите, какой маленький. А кабачки будут такие большие-большие у него, из него вырастут. Надеюсь. Так, так. Где еще маленький? А, вот самый маленький. Угу. Разумные семян. О, вот наш дружок. А ты тоже разгрызла, что ли, Аделин? Да. Эти семена ничем не обработаны, поэтому можно не бояться. Можно зубами. Но те, которые обработаны, ни в коем случае семена нельзя вот так надкусывать. Особенно Аделине. Грибовские 37. Травы не приклеиваются. А ты надо отклеить. Ну, надо клеить же, да. Давайте. И вот это, да, тоже убираем. Нам надо было назвать канал «Семейный сад-огород». Вот все, теперь тоже приклеили. Вот, теперь нормально. Два сорта мы приклеили. Третий сорт — кабачки цукини желтоплодные. 8 семян. Средненькие достаточно. Они разгрызаются, как обычные семечки. Ну, точно так же разгрызаются огурцы. В этот раз мы решили действительно показать, как удобно. Потому что щепочки можно вот чуть-чуть передавил, и она соскользнула, и сердцевину можно... повредить. Так, у нас еще есть зубочистки. Так, давай. Вот так вот подрежу. Теперь приклеиваем наш сорт. Мы посадили 3 сорта наших кабачков. Цукини. Каждый подписали. Накрываем. Накрываем. Аккуратненько вот так вот делаем, чтобы они никуда не ушли. И вот так. Все. И немножко польем. Чтобы салфетка была наполнена водой, потому что им надо побольше. Да, мы нальем побольше воды, потому что они покрупнее. Покрупнее, потолще. Так, сейчас я вам дам целлофановый пакетик. Так. И немножко вот так вот подавлю, чтобы не слиплись друг с другом. А потом мы уже будем... А на завтра, через вечер, когда уже пройдет вечер, а они уже это начнут уже это. Прорастать. Да. Прорастать. Молодец. Так. Вот вам смотри. Спасибо. Открывай хорошо, потому что это новый пакетик. Вот так просто берешь, да, смотри. Ну что-то с тобой вдвоем. Аккуратненько. Вот так вот ложим. Кладем. А смотрите, вот мы артисты забыли вот эти вот пленочки снять. Я думала, быть может, не приклеиваться. Вот таким вот образом мы уберем куда-нибудь в теплое, либо на солнышко, на подоконник, либо на батарею. Но прежде чем положить на батарею, мы положим под низ полотенце. Тряпку. Полотенце мы кладем. Полотенце, да. Сангрун и Тристан. Вот в такие вот контейнеры. У этих контейнеров есть салфетки. Отверстия. Дренажные. Но так как эти отверстия слишком большие, сюда вот Аделиночка этот, поместила салфетки, нарезали на квадратики. Да, чтобы земля они туда не высыпалась. Вот так я и поселила, аккуратненько. Молодец. Вот так вот правило, чтобы это там не высыпалось. Так, поэтому мы вот эту сторонку убираем. А да, вот чтобы земля не просыпалась. Вот эти два мы сейчас будем наполнять сюда землей. Также будем наполнять на треть. Класть семечко по одному, чтобы они ростки друг другу не мешали дальше расти. Все правильно. Польем водичкой. Кстати, кабачок очень полезный овощ. Вы знаете об этом? Аделина, давай наполняем землей сейчас на одну треть. Кабачок Тристан,
Выращивают прямым посевом в открытый грунт в конце мая, начале июня. На глубину 5-6 сантиметров. А мы все равно сделаем так, чтобы они у нас появились побыстрее. Все равно будем сажать в апреле? Все равно. Если на 5-6 сантиметров, то давай сделаем так. То, что сейчас мы посадим, чуть-чуть землей присыпем, чуть-чуть. Ну, и пускай они всходят. Сорт кабачков Тристан. Здесь у нас всего 6 семян. Но они на самом деле не обработаны. Мы в нашем видео проведем еще один эксперимент. Так как у нас семена кабачка Тристана, они не обработаны никаким веществом, то мы проведем такой эксперимент. Какие семена быстрее взойдут? Те семена, которые мы замочили, или те семена, которые будут просто в земле? Но также надкусывать. Но также будем надкусывать. И вот так. Семечко. Вот. Вот, смотрите. Самая оригинальная посадка, мне кажется, будет у нас. Такого еще никто не видел. Как семечки разгрызли и посадили в грунт. Держи. Вот наши семечки. Мы сейчас в каждый стаканчик, куда поместили семечко, чуть-чуть насыпем земли. Так. И вот сюда вот. Сейчас. Наклеиваем название сорта. И все вот таким образом мы. Теперь мы этот контейнер поместим в пакетик. Вот таким вот образом. И вот так вот его. Заворачиваем. Все. Отлично. И убираем его на свое место. Да. Теплое местечко. Теплое местечко убираем. А почему поместили в пакетик? А создается как мини-парник. Не мини-парник. Вот такие у нас дела сегодня. Следующий сорт у нас Сангрун F1. Семена, обработанные тирамом, не требуют замачивания. Поэтому мы будем сажать сразу в грунт. Сегодня 25 апреля. Мы прям к сроку. Я распаковала семена, обработанные фунгицидом тирам. 6 семян. Семена обработаны, как раз как у нас контейнеры по 6 штук и семян 6 штук. Они обработаны, поэтому я сейчас их буду открывать только пинцетом. Вам подавать уже те, которые открыты. Давайте послушаем щелчок. Да, вот оно открыто. Все равно, если честно, зубами лучше. Смотрите, как оно интересно открылось. Вот оно как должно быть. Оп. 5 сортов получается, да, у нас кабачков, цукини. Даже есть белые, зеленые и желтоплодные. 3 вида, 3 цвета и 5 сортов. Так, вот так вот получилось. И нам нужен целлофановый пакет. Так, и проделываем то же самое. Также помещаем вовнутрь наш. Я сама наклоню. Да, и вот так, вот так, вот так. И вот так. И отводим его в наше тепленькое место. На, маму. Мы сегодня проделали опять колоссальную работу. Посадили 5 сортов кабачков, цукини. И у нас получилось 2 эксперимента. Сегодня мы посмотрим, как лучше и правильнее сажать кабачки. На сегодняшний день мы замочили 3 сорта кабачков и цукини. Это вот здесь. Затем мы посмотрим, как будут сходить те, что замоченные, и те, что у нас в земле. В грунте. Да, в грунте. Итак, в грунте у нас 2 сорта. Одни обработаны тирамом, а вторые не обработаны. Да. И посмотрим, какие же из них будут сходить лучше. Та-да! Всем пока-пока! Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Отлично. Всем пока-пока! Всем здоровья, не болейте. Смотрите наши видео, пишите комментарии. Чтобы всем вам удачи. Интереснее было. Пока! До новых встреч, дорогие наши любители сада и огорода. Лайк! Для просмотра кликните видео. Подпишитесь на наш семейный канал.